Такое упражнение несколько раз подряд выполнит не каждый, а вот учащиеся 14-й школы могут. Еще и на время. Турнир «Русский силомер» выявляет тех, у кого самые крепкие руки и пресс. На перекладине можно выполнять разные элементы. За каждый ставится определенное количество баллов, которые по итогам минуты суммируются. Чем сложнее элемент, тем больше баллов может заработать участник. В таком режиме нон-стоп школьники впервые проверили свои силы осенью. Участниками этих соревнований стали ученики с 1 по 11 класс. Участвовали целиком классами, выполняя различные силовые упражнения. Из положения виса школьники выполняют, например, простые подтягивания, подтягивания с уголком. Это могут быть подъем коленей с углом 90 градусов. Мы направили свои протоколы в региональное отделение российского движения школьников. И так получилось, что получили приглашение на региональный этап. Региональный этап также проходит на местах, но он жестко контролируется. Каждое выступление фиксируется на видео. Здесь участвуют сильнейшие – победители и призеры предыдущего этапа. Большинство участников всерьез увлекается спортом. Сколько подтягиваний в общей сложности ты вообще можешь сделать? Ну, если с руками, то 38 за одну минуту. Я раньше жил в Кирове и занимался 2 года самбо. И когда переехал сюда, сейчас занимаюсь дзюдо. Я занимаюсь хоккеем. Шайба и все в городе Кирове. Для чего, как считаете, вам нужна такая физическая подготовка, в первую очередь силовая? Пригодится ли? Для себя, чтобы не сидеть дома. Новые, совершенно незатратные и интересные соревнования пришлись по душе и организаторам, и участникам. Для педагогов это возможность еще раз напомнить своим подопечным о пользе спорта, а для школьников – проявить свои способности и с пользой провести время.